Паспорт безопасности нужно обновлять ежегодно. Для его получения необходимо обратиться с заявлением в антитеррористическую комиссию города, а затем выполнить необходимые требования. Это обязательная система видеонаблюдения. Более 30 суток должна быть глубина записи. Второе. Это обязательное наличие кнопки тревожной сигнализации для вызова сотрудников Нацгвардии, либо сотрудников полиции. Следующее обязательное условие – это наличие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. Далее, система охранного освещения. Система пожарной безопасности. Если проверка обнаружит отсутствие паспорта безопасности, то владельцу гостиницы грозит ответственность за невыполнение требований антитеррористической комиссии, а это штраф до 1 000 000 рублей. За 3 месяца до летнего сезона необходимо уже начать работу, отметили в мэрии. Туристы бронируют места заранее, и чтобы не разочаровать своих постояльцев, хозяевам следует загодя пройти классификацию и проверку на предмет безопасности.